Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в The Tenants. В предыдущей серии мы прикупили себе вторую квартирку, и в этой серии мы, собственно, будем ее улучшать. Наверное, вот так вот будет тебе меня лучше слышно. Давай-ка приступим к ремонту этой квартиры. Думаю, что нужно сделать хороший ремонт и найти нормального нам съемщика, чтобы он нам платил какую-то определенную достаточную сумму, чтобы мы смогли на нее как-то перекантовываться. Хоть какой-никакой доход, да будет. Я не знаю, что будет с моим фоном сзади меня, потому что он как-то очень плавает во все стороны. И прямо одну секунду. Так, я вернулся. Собственно говоря, что мы с этой квартиркой-то будем делать? Думаю, мы... Кухня, комната 2, комната 3. Что у нас со столом? Стол, видать, совсем дешевый. Это у нас тоже продает. Давай все продадим. Поставим здесь какой-нибудь хороший столик, чтобы он как-то богато выглядел хотя бы. Хотя бы для нас. Не то чтобы прям для каждого нашего потенциального съемщика. Давай вот этот стол... в цвет с этими, с мебелью. Ну, не мебелью, а, по крайней мере, хотя бы холодильником. И где-то вот так вот его поставим, чтобы между окнами он стоял. Коврик бы по-хорошему передвинуть, положить его немножечко вот так вот, хотя он здесь вообще ни к чему. Он какой-то оляпистый, зеленый, у нас здесь нет никакой зеленой мебели. Но пусть висит, ой, лежит, потому что, ну, почему бы и нет, правильно, правильно. Стулья наши в предыдущий раз в нашей как бы квартире, в той, в первой, не понравились какому-то мужику. По-моему, мужику, да? И я был крайне удивлен, ведь они самые дорогие. Я не понял, почему. Почему они не понравились кому-то. Ну, давай мы все-таки возьмем вот, скорее вот эти. Мне нравится, как выглядят вот эти стулья. Поставим вот сюда. Поставим вот сюда. Поставим вот с этой стороны. И поставим вот с этой стороны. То бишь на целую семью у нас готова кухонька. Стол. А плиту вот эту продадим. Поставим нормальную плитку. Все-таки наши квартиранты должны... Ну, имеют право на хорошую мебель. Вот и пусть имеют. А, нет, вот так чуть-чуть передвинем. А вот это вот место меня совсем не радует. Давай Нет, подожди, а почему здесь вот в правую сторону смотрит? Давай тогда передвинем это все дело вон туда. Хотя по-хорошему-то... По-хорошему бы оставить вот здесь вот, наверное. С той стороны. Ну ладно, вот так вот пусть стоит. А вот это вот дело... Поставить вот сюда. Все. А плитку поставить вот сюда. Ну-ка. Вот сюда. А сюда-то у нас ничего и не влезет больше. И это выглядит и звучит очень грустно. Блин, ну давай тогда... А вот с этой вот что делать? С этой ничего не делать, не нужна она нам. Здесь место какое-то такое вот маленькое, узкое. И сюда можно только встать и постоять. Я не знаю, что туда можно поставить. Туда ничего нет у нас такого узкого, чтобы ставить. Вытяжку поставим хорошенькую. Почему нет? Опять же, повторюсь, наши квартиранты достойны лучшего. Холодосик давай. Какой вместо него поставим? Так, где холодильники все? Где все холодильники? Я потерял холодильники. Я его не вижу, прям вот честно тебе говорю. Вижу все, кроме холодильника. А, вот он. Давай поставим вот этот холодильник. Вот этот продадим. Ой, тихо. Вот так. И, блин, что-то как-то все оляписто и не в цвет, и не в тон, и вообще не в попад. Вот это стулья вообще ни к чему. Дверь здесь какая-то хрен поймешь чего. Полы может перестелить или стены перекрасить. Вообще в цвет стен у нас был только что стол. Я, наверное, перестарался, да, и передумал лишнего. Нужен черный стол. Кухонная тумба, давай вот это. А, блин, а у этой, у черной-то с другой стороны кран стоит. Да?
Да, у нее с другой стороны стоит эта ерундовина. То есть это надо вот сюда вот ставить. Как-то меня совсем это не радует. Ну и ладно, мы не будем тогда это менять. Я не понимаю, почему нельзя поменять сторону у крана. То есть я не хочу, чтобы кран стоял вот в этом углу. Я хочу, чтобы в этом углу стоял кран. Ну, ладно, хозяин-барин. Так, игрок. У нас отзыв новый появился. Лучше, чем я мог себе представить. Это я знаю, что лучше, чем я мог себе представить. Па-па-па-па-па. Еще какого-нибудь тощего архитектора. Нет, подожди, у нас сообщение какое-то. Эй, как дела, Дмитрий? Постараюсь сильно тебя не бесить. Удачи, Алия Энгланд. Добейте финансовой ликвидности, прежде чем перейти в новый район. Достигнуть финансовой ликвидности в 12 тысяч долларов. То бишь это нужно... А, финансовая ликвидность это в месяц доход нужно иметь такой. Да? Да? Или что? Как где тут посмотреть? Счета-то где у нас? Где у нас с тобой счета? Где мы с тобой смотрели счета? А, 2234, да, вот баланс, 2234. Понял, значит, нам нужно с тобой улучшать как можно сильнее и как можно быстрее наши квартиры, чтобы быстрее перейти в новый район. Я думаю, до нового района мы дойдем с тобой, а там уже будет видно, как пойдет. Я не знаю, буду я в нее дальше играть или нет. Как мне в комментариях писали, что вот, мол, я думала, что ты дойдешь там до нового района, хотя бы до второго региона. И я так подумал, да, давай мы дойдем до второго региона. Но дальше я не обещаю. Честно тебе говорю, не обещаю, буду дальше играть или нет. Блин, хотелось бы микроволновочку сюда залепить, но почему-то мне кажется, что у меня на нее места не хватает. Да? Тостер поставим, кухонные весы стоят. Тостер, конечно, с рядом с раковиной это вообще такая история, но что ж поделаешь, здесь у нас места другого и нет. Можно еще чайничек присандалить вот сюда, ну типа прям, чтобы вообще наверняка. Хотя, блин, вообще не здорово получается. Давай чайник вот сюда поставим. У нас же есть стол. Но нет, переместить и поставим вот сюда какой-нибудь для декора цветочки поставим. Ну потому что нужен декор, орхидеи. Это не орхидеи, это ромашки какие-то. Орхидеи по-другому выглядят, это я уж точно знаю. Мотивационных постеров, я думаю, здесь не нужно вешать. Здесь нужно что-то вроде, наверное, цветов. А, часы. Часы на кухне это прям залог успеха. Вот здесь вот где-то рядом с обеденным столом. Вот так вот повесить часы. И получается, что у нас... Ладно, с кухней мы, наверное, определились. Пусть она будет вот такой. А вот здесь, с этой комнаткой, что мы будем делать? С комнаткой мы будем делать следующая спальня. Это одна из хороших кроватей. Да, она еще и двуспальная. А, нет, двуспальная нет. Продать нахрен такую кровать и купить вот матрас. Купить и пусть радуется жизни. Купим хорошую двуспальную кровать. Сначала переместим вот эту вот чудо. Поставим вот эту кроватку. Нормально все? В эту сторону может? Нет, не может. Переместим обратно тумбочку. Зачем вот тут тумбочка, не знаю. Но, видать, она здесь очень сильно нужна. Примерно сколько по стоимости эта тумба вышла? 99. Давай продадим вот эту тумбочку. Продать. А я что, вместе с часами, что ли, ее продал? Молодец. Какой ты молодец. А что, она по отдельности не продавалась? Да, молодец, молодец, молодец. Давай вот эту поставим тумбочку. К чему она здесь так? Она же кровать коричневая. Дурачок. Комод с зеркалом. Комод с зеркалом поставим мы вот сюда. Вот сюда у входа, чтобы... Ну, типа, собирается человек куда-то выходить, садится. Вот сюда поставим. Посмотрелся и... И пошел. Вот это вот сюда поставим. Продление комода. Продолжение, точнее. Это тоже продадим. И поставим вот сюда. Мне кажется, я это... А, нет, 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 нет. Это я перепутал. Поставим вот этот вот шкафчик вот сюда. Как он называется-то правильно? Шкаф. А, это все шкафы. Понял. На комод. Нужно.
Красные настольные лампы, мятно-зеленые. Они же все одинаковые. Почему у них стоимость разная? Я не знаю. Ну, давай красные в цвет комода. Ой, в цвет этого. Как он называется? Ковер, вот. В цвет ковра. И сюда же мы поставим еще что-нибудь. Что-нибудь, а что поставим, я не знаю. Давай в декор зайдем. Будильник. Блин, будильники-то есть? Часы какие-то другие? Поиск здесь есть какой-нибудь? Мне кажется, мы слишком много тратим времени на вот эту вот ерундистику. Тебе так не кажется? Мне кажется. Так, часы вот сюда поставим. И кактус маленький вот сюда вот залепим. Это самое лучшее решение, которое когда-либо приходило мне в голову. Вот здесь, если ты ты улыбаешься сегодня, продать. Это нам не нужно. Нам нужно work hard, play hard. И, собственно, тогда еще, да и все, наверное. Зачем нам что-то еще нужно? Думаю, хватит с этой комнаты. Ну, можно еще пальму вот эту вот залепить вот сюда в уголок. Пусть растет, кому хуже-то. Ой, с туалетом здесь совсем все грустно. Раковина плохая, туалетная бумага на полу. Нет, это так не пойдет. Это не продается, да. Хотел продать батарейку, один хрен, что случится-то. Странно, что нам давным-давно уже не дают чего-то в душевую кабину. То есть, ну, душевых кабин нам не дают. Хотелось бы новую душевую кабинку, потому что вот эти вот у меня уже заканали, они одинаковые. Прям не очень мне нравится. Все продаем, делаем заново. Радиатор перелепим вот сюда. Пусть стоит здесь. Правильно я считаю? Я думаю, да. Дальше. Дальше мы, я думаю, поставим вот сюда стиральную машину. А узеньких нет никаких, чтобы они, типа, помещались везде. Но, видать, нет. К чему она серая? Ой, черная здесь почти что. Ну, серая, ладно. К чему она здесь нужна, не знаю, но она самая дорогая. Думаю, квартиранты будут в восторге. Я беру самое дорогое всегда все. Наверняка оно понравится. А если не понравится, значит, они просто зажрались и не стоит с такими даже иметь дело. А вот все сошлось. Серая стиралка к серому этому, как его, к серому ёршику. Дверь бы починить, поменять. У меня есть просьба. Ладно, попозже можешь оплатить, ничего страшного не случится уж. Потерплю как-нибудь без твоих этих денег. Да я знаю, как, что ты оплатишь. У тебя вариантов нет, я тебя выселю, если ты меня оплатишь. Двери мы... Это, конечно, здоровская дверь, да. Ну, ладно, давай, мы не будем трогать двери. Мы покинем помещение. Пусть. Вот теперь наша квартирка выглядит... Да точно так же, как и выглядела. Я думаю, может быть, даже вырезать этот момент. И если ты сейчас начал смотреть после моего приветствия, значит, я вырезал. А если нет, значит, так и... Так тому и быть. Начать день открытых дверей через газету. Потому что через газету... Блин, отдельные комнаты можно продавать? Нет, мы продаем целую квартиру. Точнее, не продаем, а ищем арендатора на целую квартиру. Думает оценка квартир. Тебе 19 лет, что думать? Тут все самое классное. Братаны, дружки твои все оценят. Естественно, да, естественно, здорово. Мужик, тебе алкоголик. Не, алкоголики мне не нужны. Че такое инфлюенсер? Че-то знакомое слово, но, честно, не знаю. Думает. Ты атлет. Вот атлет. Тебе что не нравится в душевой кабинке в самой дорогой? Вот этому вообще все нравится. И этому тоже не нравится. Че вы здесь ходите? Вот у этого оклад большой. И исключительно хорошее впечатление о нашей квартире. Давай с ним, короче. Так, бартер. Давай мы с тобой договоримся на 5700. На 5500. Если он 5300 предлагает, беру.
Да, принять предложение. Давай на 30, на 60 дней. Принять предложение. Вообще красава. Все, все остальные уходят и не мешают человеку жить. Смотри, значит, мы с тобой уже, наверное, сделаем в следующей серии доход, ну, доход, не доход, а новую квартиру купим, потому что мы можем. Потому что, вот, 96 тысяч, смотри-ка, можем еще и эту прикупить сейчас. Но для начала нам нужно будет с тобой заработать эти деньги. День добрый, Дмитрий, надеюсь, это сообщение дошло. Еще раз спасибо за возможность. Я только что переехал, и все выглядит замечательно. Хорошего дня, Ли Джервис. Ли, так, ты подождешь, спасибо, ты обязательно заплатишь. Задание у нас на... Какое задание? Так, за людьми... Давай, принять... Так, за этими товарищами мы присматриваем. Денежки простые, мне сказали, что это простые деньги. И типа, это даже смотреть за ними особо не нужно. Они там как бы живут и живут. Давай, спальню. Погнали, спальню чинить. Начать ремонт. Какие у нас с вами желтые или зеленые? Наша любимая пчелиная раскраска. Линолеум ковер. Линолеум. Дети на линолеуме ничего не испачкают и вряд ли его разорвут. Это надо очень постараться. А ковер, газировку пролил и все. Пиши пропало. Нет у тебя больше ковра. Ну или хрен его отмоешь, короче. Так, дети, наверное, должны спать по разные стороны комнаты. Вот здесь будет стол, да? Стол, офисный стул. Письменный стол. Да, письменный стол будет стоять посередине. Вот здесь вот две кровати. Я считаю именно так. Сколько у нас? 2900 бюджета. Думается мне, что... Пока что... Вот так. И вот так. Все, у нас 1900. И нам этого должно хватить. Письменный стол. Письменный стол должен быть эргономичным. На нем должно быть все самое необходимое. Полочки, шкафчики, и вот примерно он таким и должен быть. Да, вот так он должен стоять здесь. Блин, белый, конечно, под кровать вообще было бы классно. Но ладно, под спинки кровати стол подходит идеально. Ноутбук. Блин, это, конечно, ноутбук, но что-то он прям какой-то дорогой. За 1500 у меня столько денег нет, ребят. Давайте мы с вами не будем тратить все деньги, нам не надо будет покупать остальное. Офисный стул. Мне нужен офисный стул. Думается мне, что обычного стула ему за глаза хватит, но давай пока со стулом подождем. Гардероб. Тут у меня глаза на лоб полезли. Смотри, сколько они стоят. Давай светленькие купим, конечно. Вообще, по-хорошему, он должен быть у... Ну, не то чтобы у каждого, он должен быть посередине где-то, но ладно. Будет стоять тут. Настенная полка. Я видел, что покупают вот такие вот полки, но они же вообще неудобные. Значит, присандалим вот сюда вот полку настенную. Пусть висит, правда, как они туда будут лазить, это не мои проблемы уже. Настенное растение, небольшое украшение. Небольшое украшение будет у нас с тобой кораблем. Или вообще вот сюда куда-нибудь, нет? Не вешается, не кладется? Кладется! Я же попробовал только что получилось. Представляешь, получилось наверх засунуть. Ладно, не будем мучить нашу игру. Поставим вот сюда корабль. Под углом вообще нужно немножечко ставить их. Корабль должен вот так вот стоять где-то. Вот, да. Ну, садишься, типа, и смотришь, у тебя корабль плывет мимо тебя. И это очень красиво, на самом деле. Да, ты не знал? Вот теперь знаешь. Настенное растение. Настенное растение будет 2. Примерно вот так. И примерно... Ой. Примерно вот так, да? Ну, да, видимо, как-то правильно она висит, все, что оно так выглядит хорошо. Стало. Так, ну и давай тогда стул поставим вот сюда вот, ну, пусть стоит. Декора сколько у нас с тобой? 29%, это же вообще ни в какие рамки. Настенное растение, большое растение. Большое растение можем присандалить в уголок. Лимонное, ничего себе, будут лимоны собирать. Так, 41 декор, постеры есть тут, постеры прибавляют что-нибудь хотя бы или нет?
Зеркало, нет, зеркало мне это не прям класс. Шкаф с выдвижными ящиками, небольшое украшение, отделка стен. Отделка стен. Ну, блин, конечно, я сейчас, если так загонюсь. DVD-диски, так у них телевизора даже нет, зачем им нужны DVD-диски. Отделка стен, давай штору, что ли, блин, да у нас их окон-то вон сколько, штора одна. Но можно поставить лампу. Вот сюда лампу поставить. Да и пусть 45%, у нас денег больше нет. Все, сдаем работу. Будут недовольны, это их проблема, правильно? Денег надо было больше выдавать. А то, ишь ты, хотят все дешево, сердитые, чтобы красиво и всем нравилось. Так не бывает. Давай, беги быстрее, у нас времени в обрез. Скорее, 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 давай. Но вообще, в целом, у нее такое общее впечатление вполне себе пристойное. Я думаю, что... А! Мыши! Иди, дядю присылаю, конечно. А, дед, давай, иди, мышей лови. Так, в ванной комнате аж две мыши. Иди сюда, ставь еще одну ловушку. И идем куда-то вот сюда, я так предполагаю, да? Ставим еще одну ловушку. А, нет, не нужно больше было. Какой я молодец, я поставил лишнюю, что ли? Ну, видать, да. Ну, ничего страшного, на будущее. Может, тараканы попадутся в эту ловушку. Так, а там что у нас? Я отправлю... отправлю профессионала тебе. Чё ж теперь могу сделать? Все замерзло, ты смотри, ничего себе. Так у вас на улице эта трава растет зеленая. Что ж... Что такое-то? А чё он чинит? А, он батарейку чинит. Радиатор. Чё там с детьми? С детьми сколько еще за ним присматривать? 3 дня. Денежку на 64. Я думаю, мы сможем скоро уже... В скором времени оплатить еще одну квартирку. 7598. Сколько там нужно-то ликвидности? 12 тысяч. Короче, еще одной квартиры, я думаю, хорош. Нет, двух таких средненьких квартир будет за глаза. Хватит нам их. Давай... Посмотрим игрок. Какой отзыв? Ну, такой себе, конечно, отзыв. Стул, говорит. Использован дешевый. И декора мало. Но, знаешь, за такие деньги скажи спасибо, что хоть стол поставил. Не то, что стул. Сообщение. Спасибо за помощь в решении проблем. Пожалуйста, обращайся, конечно. Твои деньги, мои деньги. Ой, не туда нажал. Задание. Полный ремонт. За 2900 полный ремонт. Да пошел ты в жопу. Так, мы собираемся в отпуск, хотели бы... Да вы заколебали. Серьезно? Серьезно? Достали меня уже со своими проблемами. Я, конечно, понимаю, что у меня дядя всемогущий, но это же не значит, что нужно настолько свинячить, чтобы у вас тараканы заводились с мышами в квартирах. Но это... Это ну, уже это ужас. Еще живы. Но пойдем вот в эту комнату еще сходим. Думается мне, что будет достаточно побрызгать вот здесь. Ага, молодец, дед. Как всегда, помог. Да, хочу, конечно, покинуть помещение. Пожалуйста, за помощь я тебе посоветую в следующий раз убирать еду с плиты. Чтобы не за... А, он на самом деле еда на плите стоит. Свинюша. А, задание, опять же, мы... Смотрим. Агенты, нужен кто-то, кто найдет мне идеального арендатора. Оплата 2. Ну, нет, давай мы вот это вот примем и пойдем ремонтировать эту квартиру. Полная квартира, полная квартира для ремонта. Я думаю, что в этой серии мы с тобой управимся. Дед на все руки мастер. Если ты посмотришь, у него вообще все отлично получается. Он и чинит все. Он ремонтирует, он убирает, он травит тараканов, он убивает крыс, убивает, ловит.
Он вообще просто вот не дед, а сказка. Серьезно. Всем бы такого деда, чтобы он все делал за тебя. Так, покинуть помещение. Давай начнем ремонт. Нужно, значит, нам с тобой определиться. У нас две спальни, кухня и ванная. Две спальни вот, кухня вот, а ванная будет вот здесь. Отгораживаем сразу стеной. Ой, блин, я аж испугался. Открыть. Все, да? А, это как раз-таки наши с вами присмотренцы были. Нам нужно с тобой поставить стену. Залепить дверь. Я не знаю, можно ли... Можно ли дверь... А, нет, нельзя. Нужно просто именно в стене делать дверь. Здесь будет душевая кабинка с туалетом. Здесь будет кухня. Кухня будет такая же, как мы делали в нашей квартире. В которой, которую сейчас сдаем. Вторую квартиру. Так, это поставим пока вот сюда, чтобы не мешалось. И... Начнем с ванной. Блин, а ванную-то я как сюда поставлю, дружище? Ну ты, конечно, молодец. Ну ладно, давай вот так сделаем. Чё ж теперь? В зеленый цвет покрасим стены. А чё тебе важно, самое главное, это что? Стены, пол. Неважно, необходимая мебель. Короче, тебе нужно... Стены, пол, понял. Значит, мы делаем тебе дорого-богато пол и стены, а на мебель ты плюешь. Понял. Унитаз компакт мы тебе поставим вот такой, чтобы ты, типа, мог в него ходить, но он был не настолько нам затратным. Ну, я же нажал. Не очень здесь эргономично получилось разместить унитаз с ванной, но... Что ж ты хочешь от такой маленькой комнатушки? Корзину для белья даже нужно поставить. И, блин, стиральная машина. Почему я не посмотрел на требования до того, как... А, можно вот туда он присобачить? Можно. Вот и пусть вот так вот это стоит. Я что могу сделать? Просто вот здесь, здесь вот кухню. Кухню сделать крайне сложно. Нужно холодильник, кухонную раковину, плиту поставить. Это здесь тоже очень сложно. Так что пусть ванная будет именно здесь, а с кухней мы как раз-таки там вот разгуляемся. Хотя можно было снести стены и построить пополам. Вот, а здесь пополам хрен построишь, здесь всего 3 квадратика. Так что ладно, не будем на это делать такой серьезный акцент. Пусть будет как будет. Хотя здесь и блин, я не знаю, как здесь все это уместить. Ребят, честно вам говорю, не знаю, как это умещать. Вообще ужасно, ужасно получается. Очень плохо. Ну а как я должен это сделать? Продать за 750, я думаю, что мы с вами прогадали. Думаю, что мы прогадали. А в спальне что должно быть? Двухъярусная кровать, письменный стол. Даже не знаю, как нам с вами поступить. Кухню? Кухню тоже ты не сделаешь такую маленькую. Ванной поменьше там не было? Ванной тоже и меньше не делаются. То есть они все один хрен одного размера. Но если только чутка совсем меньше она. Ну, значит, в жопу пошел он со своей этой, как ее называют, красивой ванной. Будет вот это вот. Будет вот этот унитаз. Будет вот тут вот раковинка. Почему ты не... Не пойму, почему он не может пройти туда. Все, пройдешь, молодец. Но я стиральную машину сейчас не смогу поставить вот сюда. А, поставил, смотри. Поставил. Щетка для унитаза. Блин, щетку для унитаза, конечно, это здорово, но куда бы мне ее поставить? Щетка для унитаза будет стоять где-то здесь.
Да серьезно, щетка для унитаза мешает тебе пройти. Ты что, дурачок? Туалетная бумага будет висеть вот здесь. Хотя, блять, как он будет ходить в туалет, я не понимаю. А, и тогда корзину для белья кладем вот сюда вот и все. Ладно, с горем пополам мы закончили с ванной, блин, не дай бог кому-нибудь такого дизайнера и строителя, как я. Спальня. Кухню мы с тобой будем делать примерно... А, нет, ему нужно дорого-богато стены с полом, поэтому, пожалуй, мы не будем на этом экономить. Пусть будет вот так. Мотивационный постер, холодильник. Холодильник поставим вот... Денег у нас достаточно, даже более чем. Поставим вот сюда. Кухонную раковину сделаем, наверное, вот тут. Блин, это единственная кухонная раковина, которая смотрит именно туда, куда мне нужно. Это... Жуть. Это жуть. Жуть. Поставим плиту. На вот этом расстоянии. И не влезет сюда тумба. Это я прогадал. Немножечко прогадал. Хотя, может, вот это влезет? Влезет. Все. А, и мотивационный постер, как бы не забыть. Мотивационный постер. Нет лучшего способа поднять настроение перед уходом на работу. Ну, давай вот этот повесим. Все, кухонька у нас тоже отделана. Это не может не радовать. Пианину тебе поставить еще, ты что, совсем дурак? Двуспальная кровать. А, двуспальная кровать, это вот, получается, наверное, вот сюда вот нужно поставить. Да? Да. Давай переместим пока вот это дело и... Пускай тут стоит. В красные стены. В ковер. Самое лучшее сочетание. Цветовое, ну розовое, это вообще кошмар был бы. Был бы ужас, просто ужас. Я не представляю, как выглядел бы розовый с красным. Это ядреные такие цвета здесь. И ужасно выглядело бы. Так, телевизор, двуспальная кровать. Давай телевизор вот сюда и двуспальную кровать вот сюда поставим. Ну, кровать это самое такое место, где ты отдыхаешь и душой идти. Не пойму. Что мешает тебе? Я не пойму. Почему? У нас же двуспальная вот такая двуспальная. Ой, блин, нельзя с одной стороны залезть на эту кровать. Твою-то мать. Часы тебе мешают? Что тебе мешает? Кто бы мог подумать, да? Продать. Вот такую кровать ставим. Все, так, у нас остается 5000. Телевизор, естественно, мы вешаем на стены. Куда же без него? Прям перед кроватью. Чтобы наши квартиранты... Не квартиранты, а вот наш клиент радовался. DVD, да, давай DVD тебе еще влепим. Вот сюда. И картину. Картину, естественно, какую-нибудь такую под стиль. Под стиль вот этого... Под антураж вот этой комнаты. Все, спальню еще одну завершили. И остается еще одна спальня. У нас остается 2700, но, конечно, фортепиано на пианино тебе не хватит денежек-то, дружище. Мне кажется, оно дорогое. Ну а что ж поделаешь-то? А, желтый... А, закройся. Желтый цвет... Как в... на кухне, получается. Да, как на кухне. Ковер зеленый. Молодец. Привет, могу я изменить цвет стен? Я отдал только что тетке $700 за то, что она изменит цвет стены. Я, конечно, не против. За $700 пусть меняет цвет стен, какой ей нравится. Но, блин, если бы она еще платила бы больше, чем обычно за это, было бы вообще классно. Так, двухъярусная кроватка. Наверное, сделать вот сюда, поставить. Но это диван мешает. Это уже издержки.
А, ну это весь проход, получается, перегородился, и поэтому... А, ну теперь вообще все перегородилось. Ладно, переместить вот сюда. Все, пусть здесь стоит. Не сбивает меня с панталыки. Письменный стол. Берем вот этот. Дети будут учиться вот здесь. Я так понимаю, это будет детская. Офисный стул. Такой вот недорогой, не совсем дешевый. И картинка будет висеть вот типа вот улыбающегося смайлика. Какого-нибудь вот, вот здесь. Нет, давай вот тут вот будет. Постоянно смеяться над тем, как они не успевают ничего делать. И пианино. Это скорее в специальном должно быть фортепиано. А, пианино. Это не то. Вот пианино. На пианино у меня даже деньги остались. Ни хрена себе, какой я экономный. Ну, давай вот здесь вот будет пианино. И вот это дело мы продаем зачем-то. Я не знаю зачем, но, наверное, это нужно. И сделаем что-то, может быть, с декором. Или ну его нахрен, декор этот. Ему же важно стены и пол. А я не знаю, как лучше-то. Пускай у них пальма это растет. И у этих вот пусть... Тоже цветочки. Нет, это прям нет. Вот это вот, пусть растет у них. Часы вообще вот эти вот нахрен никому не уперлись. Но они пусть тут стоят. Пусть тут висят. От них никому хуже точно не станет. Угу. И давай тогда. Ну, тут 62, здесь 25. Да ну его. Это нахрен. Все сделали, все хорошо, сдать работу. Нам главное пройти. Нам главное пройти, и главное, чтобы всем все нравилось, всем все, все всем были довольны. Главное, чтобы нам платили деньги, и главное, чтобы нам хватило на, как и называют, на новую квартиру, чтобы мы повысили ликвидность, чтобы мы повысили баланс свой и фотообои, ничего себе. И главное, чтобы нам хватило... Для того, чтобы разблокировать новую, как ее называют, новый регион. Вот. Что у нас тут? 182 тысячи. 182 это много. Чего там? Ничего вроде. Показалось, значит. 130. 130 тоже дороговато пока. Я не прибавлял, зачем ты туда нырнул. 118. Это уже куда не шло. 118, так, это и было, наверное, да? Подальше нельзя вот отодвинуть, чтобы посмотреть. Ни хрена, у вас тут вечеринка. Ребята! Это что происходит-то здесь, эй? Они там буянят, блюют, что только не вытворяют. Это что такое-то? Вы себя ведете совсем непристойно. Совсем не так, как я хотел. Так, остановим немножечко время. Элитный контракт найдет идеально. Давай вот это вот шумные арендаторы применим. 8 дней за ним приглядывать нужно. И чего там было написано? Сейчас она написала. Не сбивай меня. Здравствуйте, Дмитрий. Я только что узнал от своего домовладельца, что вы временно будете моим новым помощником. Немного грустно, так как мы хорошо ладили. Будем надеяться, что вы отдадите ему должное. С наилучшими пожеланиями, Исаак. Вы взяли в размере... А, сумму в размере в качестве ежемесячной выплаты. С одного из активных долгов. Спасибо за сотрудничество. Так, получается, они взяли. Почему мы-то? 3000 с меня будут снимать, я так понимаю, да, и... Ну, ничего страшного. Можно как-нибудь досрочно погасить 49? Да, конечно, это не так уж и страшно. А вот в 100 тысяч я бы взял, например... и купил бы еще одну квартиру. Вот это за 118... Но нет, это будет в следующей серии, когда мы выполним еще один контракт. А на этом давайте мы с вами попрощаемся. Спасибо всем за просмотр. Поставь обязательно лайк, подпишись на канал. И до скорой встречи в новых сериях, в новых видео. И пока.